В общем, брели мы брели и наконец набрели вот на такие замечательные грибочки. Мы их называем рыжиками. Но если я ошибаюсь, то, конечно, можете мне подсказать, как их правильно называют. Вот так они растут, не в лесу, а на каменистой почве. Вот еще один. И вот тут еще раз, малыш. Раз, малыш. И вот здесь вот такая семейка. Так что, если кто в курсе, поправьте меня. Вот насобирали мы волнушек. Вот такие два у нас тазика. Они сейчас у нас замачиваются. Будем мы их вымачивать примерно двое суток. Вот они у нас уже сутки отлежали, мы меняли периодически воду. Сейчас нам необходимо их очистить от грязи, перебрать. Кое-где у нас есть гнилые. Ну и встретимся уже непосредственно, когда они будут у нас вымочены. Моем мы наши грибочки обычным способом. Щеточка, и погнали. Моем. Если есть здесь грязь, также вымываем. Откладываем в отдельную посуду. Вот такой большой. Тоже хорошо отмывается. Если замочить сразу, то в принципе за ночь весь этот мусор он отмокает. И вот таким образом очищается. Если есть где-то вот такие гнилости, лучше сразу их обрезать. Так, раз. И этот процесс продолжаем, пока все мы не перемоем. Итак, вымачивались у нас наши грибочки трое суток. Воду я менял не так часто, я менял утром, в обед и вечером, потому что мне некогда было менять работу, так сказать. Сейчас мы крупные экземпляры можем порезать, ну так, чтобы, наверное, в рот поместился, вот на такие части. А такие грибочки мы, в принципе, можем и целыми оставить. Значит, наша задача сейчас их уменьшить до нужных нам размеров. Вот так вот и делаем. Резаем. Грибочки становятся такие эластичные, можно сказать, податливые. Грибы мы наши подготовили. Теперь мы все это дело заливаем водой. Отправляем на плиту до закипания, а пока будем ждать закипания грибов, займемся стерилизацией банок. Вот чайник у нас закипает, банки я стерилизую на чайнике вот таким образом. Поднимаю крышку, и ставлю банку вот таким образом, она как раз держится хорошо. Как вы видите, буквально 2-3 минуты, как там говорят, до первой капли, и все становится нормально. И мы снимаем. И таким образом стерилизуем все банки. Крышки не кипячу, просто заливаю крутым кипятком. Грибы наши закипели. Нам теперь нужно снять пенку. О, не то что закипели, еще и запотели. Вот таким образом. От момента закипания даем грибам прокипеть где-то минут 10, можно 15. Так, грибы наши прокипели примерно где-то 12 минут. Теперь мы их сливаем через сито. Промывать их не надо, просто нужно дать им время стечь. Грибы наши стекли, заливаем их водой и делаем рассол из расчета. Вот здесь у меня сейчас будет 2 литра воды,
1 столовая ложка с горкой соли на литр воды. И ставим на огонь. Пока грибы наши закипают, мы приготовим баночки. В каждую баночку на дно мы положим несколько долек чеснока. Немножко лаврушки. Специи выбирайте для себя сами. Несколько горошин черного перца. У меня в данном случае не черный, у меня смесь перцев. Вот так я бросаю их. Итак, значит, прокипели наши грибочки еще 15 минут. Теперь мы их раскладываем по нашим баночкам. Вот так вот герметично. Если что-то не попало в баночку, то мы потом его обратно туда закинем. Равномерно распределяем по банкам наши замечательные вкусные грибочки. Ждем, пока подойдет жена к банкам и проконтролирует процесс. Итак, баночки мы наполнили грибочками. Не до конца, но очень плотно. И теперь этим же раствором, вернее рассолом, заливаем наши грибы. Тоже не полностью. Чтобы осталось немножко места, можно сказать, по плечике банки даже заливаем. После чего в каждую банку доливаем по 2 ложки столовые уксуса 9%. Закрываем крышками. После чего закатываем наши грибочки под крышку. Вот таким образом. После того, как закатали банки, мы их переворачиваем, укрываем чем-нибудь теплым и даем остыть полностью. Грибы можно будет употреблять в пищу только по истечению 45 дней после того, как они полностью промаринуются. Кому понравился рецепт, можете оценить его, написать свои комментарии злобные. А я на этом прощаюсь. До новых встреч.